Раньше, между прочим, я никак не могла рано проснуться. Даже в школу опаздывала. А теперь, мне кажется, я самая первая в Новомосковске встаю. Все еще только на работу собираются, а я уже на кране. Вот вы не поверите, а мне кажется, я всех в нашем городе знаю. С одними вместе в школе училась. С другими на одной улице жила или в одно кино ходила. А со всеми остальными просто на улице встречалась. Что ни говорите, а все-таки наш город не такой уж большой. А я живу здесь всю свою жизнь. Все 19 лет. С этой электричкой мы всегда дружненько в одно и то же время встречаемся. Только я начну работать, она как раз от перрона отходит. У нас в Новомосковске электричка, как в Москве метро. Без нее никак на работу не попадешь. Потому что у нас почти что весь город работает на химкомбинате. А от города до комбината 12 километров. Специально так сделали, чтобы у нас в городе воздух чистый-чистый был. Слышите? Это она со мной здоровается. Доброго утра желает. Они сильная команда, да? Ну, когда наши проиграли. Может быть. Ваши не очень сильные. Наши на третьем месте. Что ты на наших нападаешь? Наши на третьем. Наши сильные команды. Ему вроде и оставать-то неохота. А, нельзя. И жалко. Деньги. Выше производительность труда, снова на родном заводе, боевые будни Алжира, волна забастовок во Франции нарастает, московский договор вступил в силу, Мексика приветствует советских героев космоса, славный почин новомосковских химиков. Партия ставит перед нами задачу резко увеличить валовые сборы зерна. В осуществлении этой задачи большая роль отводится труженикам нашей быстрорастущей химической промышленности. Хороший пример показывает коллектив новомосковского химического комбината. На днях он выступил с новым замечательным почином – значительно увеличить выпуск минеральных удобрений. За последние 10 лет новомосковский химический комбинат переживает вторую молодость. В 1958 году комбинат первым в стране перешел на природный газ. С тех пор объем валовой продукции возрос в 2 с лишним раза. С каждым годом увеличивается выпуск исходных продуктов для производства синтетических тканей и пластических масс, а также гербицидов и минеральных удобрений для сельского хозяйства страны. Электричка и обратно с севера возвращается. С севера. Это у нас так разные половины города называют. Комбинатскую север, а жилую зеленую юг, чтоб не путали. А вообще-то, север и юг вы и так никогда не перепутаете. Когда на севере работают, на юге тихо, спокойно. Только у нас на строительстве весь день спешка. Вот интересно, каждое утро по радио объявляют. Требуются штукатуры, маляры, крановщики. И все равно народу у нас не хватает. Потому что строим последние годы очень много, чтобы на всех наших химиков квартир хватило. Это наш бригадир Данил Михайлович Бартенев. Герой социалистического труда.
Он здесь с 34-го года дома строит. Знакомиться, ребята. Прокошин Тихон Сергеевич. Вы не думайте, что у меня всегда такая стариковская должность была по музею ребят водить. Не так давно до пенсии я начальником цеха был на химкомбинате. И вообще-то в эти края я пришел 33 года тому назад. Тогда не только что музея, а и города еще в помине не было. А место это называлось Бобрики. И вот в этих самых Бобриках партии правительства решили заложить химический комбинат. Так наша стройка и началась в 1930 году. Конечно, шагающих экскаваторов у нас тогда не было. Вместо бульдозеров и грейдеров только руки мелькали. Но работали, между прочим, хорошо, по-ударному. Вот был случай. В марте месяце плотину прорвало. Сутки в ледяной воде по горло стояли, а выстояли. Стройка-то наша разворачивалась, а рабочих рук не хватало. Помню, со всех концов России шли к нам тогда люди. Тульские, ярославские, рязанские, орловские мужики. Народу навалило. Тьма. Никогда в этих краях столько не было. Вот как наш городок тогда выглядел. Бульваров, универмагов, отдельных квартир не было, прямо скажем. Зато случалось иногда, что у девушек в бараках волосы к подушкам за ночь примерзали. Но революция уже научила нас верить в будущее. И хотя глаза слепались и головы падали после штурмовых суток на стройке, мы спешили учиться. Сперва мы только складывали из букв слова «пятилетка», «социализм», «электрификация». Нам было не так-то просто справляться с такими сложными словами. И все-таки мы спешили учиться.
А вот что было на месте нашего теперешнего телецентра. Все мы тогда у него снимались. Карточки до сих пор целы. Хоть фотограф этот и без патента работал, а для истории большое дело сделал. Всего 30 лет с тех пор прошло. Вот они какие теперь наши бобрики. Завидую я вам, ребята. Нам это все уже сейчас сказкой кажется. А для вас обыкновенное дело. А пройдет еще 30 лет, и вы сегодняшний наш комбинат будете так же вспоминать, как мы теперь деревянные подъемные краны 30-го года. Потому что через 30 лет жизнь снова станет неузнаваемой. Неузнаваемой и прекрасной. Наверное, если бы сейчас я в наш диспетчерский пункт пришел в том виде, в каком, бывало, на стройку ходил, в лаптях и с лопатой, так подумали бы, что какой-то чудак из самодеятельности забежал. Другая теперь техника, другие люди, другая сила. Недаром про нас сегодня говорят. Большая химия. Вы не поверите, до чего у меня раньше день долго тянулся. А теперь на экране время так быстро бежит, что и не заметишь. Вот уже все возвращаются обратно на юг. Торопятся к зеленым улицам, к цветам, которые уже приготовлены на столах, к детям, которые уже выбегают навстречу, к недочитанным книжкам, к недослушанной музыке, к паркам, дворцам культуры, стадионам. Болеть за наш химик. Но больше всего мы спешим учиться. Город наш хоть и маленький, а знаете, сколько в нем инженеров? Тысячи. А будущих инженеров, которые пока что учатся в нашем химическом институте, еще больше. Иногда, конечно, трудно бывает после смены заниматься, но все-таки мы спешим учиться, потому что столько еще нужно в жизни успеть, столько дел переделать, столько выстроить городов, столько сделать открытий необходимых людям. А все-таки правда, до чего же интересно, каким будет наш Новомосковск еще через 30 лет? Наш городок, он большим городам не уступит, столько в нем очень хороших людей. Химики есть и лирики есть, добрые люди России моей. Химики есть и лирики есть, добрые люди России моей. Thank you.